Всем привет, друзья мои! В сегодняшнем видео я представляю вам блесинку Bionic. Bionic – это блесинка от производителя Хемеры. Полный аналог блесинки Metal Minnow от компании Смит. Эта блесна изначально создавалась для ловли съемки, но в дальнейшем оказалось, что эта блесна ловит неплохой форель. Итак, друзья мои, блесинка это сделана из мягкого сплава, что позволяет немного изменять ее геометрию. Экспериментировать с этой блесной можно. Что немаловажно, блесна оснащена уже полноценным крючком с бородкой, что довольно-таки приятно. Разнообразие цветов разные. У меня здесь представлены еще не все. Я на эту блесинку еще половить не успел. Приобрел ее недавно. Но мне в руки попался фильм моих друзей, и я решил совместить этот обзор с этим замечательным фильмом, который сняли мои друзья. На эту блесну можно ловить как и в заброс, осенью по холодной воде, как мы знаем, форель любит холодную воду, и зима не исключение. Так что можно пробовать на эту блесну ловить и зимой, что в принципе в этом году я и попробую сделать. Ну а сейчас я вам предлагаю посмотреть фильм, как мои друзья половили на эту блесенку. Фильм мне показался довольно-таки качественным, и я решил его вставить в обзор, так сказать, с позволения человека, который этот фильм сделал. Итак, друзья мои, смотрим. Блесна Bionic. Доброе утро. Мы приехали сегодня в Бисеровский рыбхоз форелевы с одной целью – проверить новые приманки, которые на будущий рыболовный сезон привезет фирма Химера. Рабочее название данной приманки – Белонка. Это аналог смитовской блесной реплики, можно так сказать, Metal Minnow, которая изначально была японцами задумана как блесна, колеблющаяся блесна для ловли лосося. Мы ее раскрасили в форелевые цвета, которые работают у нас в средней полосе. Также мы знаем, что форель очень пугливая рыба, и в основном используется флюорокарбон для ее ловли. У нас сегодня день чистого эксперимента, и мы ставим, намотали вот на катушку леску Megastrong All Road 0,22 8,85 кг с флюорокарбоновым покрытием. Посмотрим, отпугнет она форель или не отпугнет. На пруд. Полтора часа вдвоем с оператором, я считаю, что это не совсем богатый улов. Но мы вам показали и на видео, и везде, на нашей елице, что наши блесна работают. Пробовали все цвета, все оказались рабочие. Удачи вам с нашими блеснами на рыбалке.